Друзья, с вами проект «Три сложных вопроса». У нас для вас, как всегда, интересные гости, которым мы задаем эти самые вопросы за жизнь. И сейчас у нас в гостях продюсер, человек, который занимается музыкой профессионально и от всей души. У нас в гостях Сергей Леднев. И я рада тому, что вы сейчас нам расскажете все о себе. Спасибо за эту готовность. И я прям так вот сразу хотела бы дать возможность нашим зрителям услышать вашу историю. Историю того, как поменялась ваша жизнь, когда и почему вы пережили встречу с Богом. Расскажите, пожалуйста, об этом. Слава Богу, спасибо вам большое за приглашение в передачу. И я сейчас вот размышлял, как вот говорить, как своя жизнь, как моя жизнь изменилась. И такое слово, как призвание, то есть и трудно его обойти стороной. И у меня это было дважды в жизни. То есть, может быть, об этом позже. Два обращения к Богу? Двойное призвание. То есть первое, когда призвал Бог лично, потому что я раньше был как и все, жил как и все. То есть я застал Советский Союз, застал атеизм, застал пионеры-комсомольцы. Там мы сформировались, собственно. Да, то есть там я был сформирован, и внутри где-то меня манило все такое загадочное, суеверное, то есть то, что мне было интересно. И когда я был маленький, я иногда смотрел в небо и пытался представить, что находится за звездами. И у меня в мозгу срабатывал ограничитель, и мне становилось страшно, потому что это такие большие просторы. Вот, потом я развивался как музыкант, то есть это был отдельный путь. И чтобы... Это уже после школы вы имеете? Да, после школы. То есть я развивался как музыкант, и чтобы заработать на музыкальный инструмент, я пошел работать в ленинградское такси. Это был Ленинград, это был 90-й год. И работая в такси, я стал обращать внимание, потому что таксисты суеверные люди, и они всегда... Вот у меня были такие моменты, когда кошка дорогу перебежит, я останавливался и думал, что пускай кто-то проедет, чтобы эту порочную черную линию разорвать. Первым, да? И это делал даже с пассажирами. То есть, и когда я ходил на работу в таксопарк, у нас собор Спаса на Крови был первый таксомоторный парк, и там были из мозаики иконы. И там сидел Иисус Христос, и там были 12 апостолов. И я каждый раз, идя на работу, я осенял себя крестным знамением. И, будучи неверующим. Будучи неверующим. То есть я просил, Господи, дай мне заработать денег, да побольше, да еще больше, и опять побольше. Вот. И когда я так жил, то есть у меня было о себе сформировано такое мнение, что я хороший человек, что если там на небесах Бог есть, я, наверное, ему нравлюсь. И с таким самомнением я жил. То есть я был молодой, в принципе. Вот. И однажды случилось в моей жизни очень поворотное событие. По Божьей милости я пришел поздно вечером домой, ночью даже уже. Не помню там, о чем я был. То есть я был трезвый, я ничего не употреблял. И мы с моей женой о чем-то поспорили, очень сильно поругались. Я накричал на нее, она ушла в другую комнату, обиделась. А я сижу на кухне и думаю, как бы мне помириться с женой, да так, чтобы она первая вышла на разговор и первая попросила прощения. Это трудная задача. Да, да. И знаете, в тот момент вот какое-то, как будто вот свыше спустилось такое чувство, как будто бы, я сейчас понимаю, это Дух Святой пришел, и он взял меня, и как будто бы на блюдечке он показал мне, смотри, кто ты есть. И у меня как будто все вот эти маски вот ушли, и я вдруг увидел, что я эгоист, что я человек, и причем у меня как бы как-то пронеслась вся жизнь от детства до того возраста, в котором я был. И я вдруг понял, что я испорченный человек, я таким был не вчера и не позавчера, а с рождения. То есть во мне это как будто генетически все было. Потому что в школе там я что-то делал не так, в детском садике поступал. Сейчас, если я с кем-то дружил, для того, чтобы мне была выгода от этого. Я стал все это осознавать, и чем больше осознавал, тем больше ощущал, говорят, камень на душе. А у меня как будто на меня плиту погрузили, вот это, и мне стало так плохо. И вдруг я вспоминаю, что как же я мог думать, что если Бог есть, и я ему нравлюсь? Я в таком виде ему вообще не нужен. И у меня слезы потекли. И причем я даже упал на колени, я не знал ни одной молитвы. То есть я не ходил в церковь, то есть у меня не было никакой информации. И я просто начал своим языком, я плакал, я стоял на коленях, и плач перешел в рыдание. Я просил, говорю, Господи, прости меня, прости, прости. А сам думаю, что со мной происходит? Ну, как бы параллельно идут мысли.
Я же трезвый, то есть у меня ничего такого не случилось. Я как бы плакал, я просил прощения. Это продолжалось, может быть, 10-15 минут. И потом как будто вот так, опа, тебя услышали. И вместо вот этой вот горы камней, то есть я почувствовал какая-то радость, как будто все небо там ликовало, что «О, ты молодец!». И я тогда, я не знал, что с этим делать, я подпрыгнул, я плакал уже от счастья, то есть, что меня простили, меня как будто взяли, как будто вымыли, я новый человек, я весь чистый. Я побежал к жене, говорю, прости, пожалуйста, я такой, секойтесь, ну прости меня. Мы помирились, и вот это случилось, вот этот поворот, я потом уже осознал, что это было рождение свыше. То есть это просто Дух Святой пришел, меня обличил в моем грехе. Хотя я был молодой человек, мне было, может быть, 20 лет на тот момент. 21 год, может быть. И потом события развивались очень интересно, следующим образом. У меня была дочка, ей было 6 месяцев. И мне теща, она тоже параллельно она искала истину, ходила там то к экстрасенсам, то, значит, астрология, то там бесконтактный массаж. То есть ее сердце искало. То есть она не могла объяснить, это был 91 год. И один раз она мне принесла книгу «Закон Божий», православная книга. И так как со мной это на кухне случилось, мне стало интересно, я стал читать и стал учить старославянский язык церковный, что означает вот эти все вот ИС, ну, то есть на иконах. А, Иисус Христос, Спаситель и Царь, да? Да, да, да. То есть я стал это изучать, но мне как-то это было как-то неудобно. Вот, и то, что меня привлекало в этом законе Божьем, там были фрагменты из Евангелия, там были Нагорная проповедь. И мне вот это было интересно. И когда это было проще и понятнее, да? Да, да. Там конкретно, что делал Иисус, что Он говорил. И я любил уйти куда-нибудь на пустырь, как раз дочка спит в коляске, а я читаю. И вот в один из таких вот моментов я читал. Я был еще как бы человек, я вот буквально только родился свыше и продолжал вести обыкновенный образ жизни. То есть я стоял с сигаретой и читал эту книгу, и вдруг внутри, вот где-то из этого места, я услышал сильный голос, очень громкий, который спрашивал меня, хочешь быть со мной, хочешь следовать за мной, вот такой, и я этого просто не ожидал, я поперхнулся, и у меня первая мысль, думаю, ничего себе, мое внутреннее я мне такие вопросы задает. И причем вопрос был такой, что я не мог сказать, я подумаю, там, ну, в смысле, не я подумаю, а как-то, то есть я должен был сказать или да, или нет. И я понимал, что если я скажу нет, я могу потерять все. Если я скажу да, то это определенная ответственность. И когда я обдумал, у меня побежали мысли, думаю, чтобы быть с тобой, следовать за тобой, надо не пить, не курить, матом не ругаться, нужно там этого не делать, того не делать. И я не смог ответить на этот вопрос. Я как бы взял паузу небольшую. Вот. И меня это очень сильно удивило, но Бог очень милостливый. И опять-таки теща возлюбленная приходит, говорит, я нашла церковь, пойдемте там молятся на иных языках, и там поют красивые песни. А она знала, что я музыкант. За хотела... что зацепить тоже, да? Да. Я думаю, какая церковь, какие песни. То есть церковь же это вот икона, ты приходишь, и значит, священник там проходит служба какая-то. И в итоге теща 2 месяца уговаривала меня, и я решил, думаю, ладно, приду. И когда я пришел в церковь, я был удивлен, потому что это был 91-й год, то ли 2-й. Это было помещение декального совета, то есть там зал, по-моему, на 2000 человек, там больше половины было, это люди были на тот момент, и проповедовалось Слово Божие. И я был удивлен, насколько мне понравилось то, что там проповедуется, и все вопросы, которые, а почему дети умирают, а почему война, а почему столько зла в мире, у меня было... Актуальные вопросы, актуальные ответы, да? Да, то есть, я думаю, любой человек, он в своей жизни, он себе задает такие вопросы. Молодые люди, они себя, то есть они видят реальность, видят жизнь, у них много вопросов, а почему, почему. И я тогда вот в первую же проповедь я услышал, а потому, то есть я понял, и мне стало интересно. И я начал в эту церковь входить иногда, потому что я работал и то есть не перестроился. И где-то месяца через 3, а я был музыкант. У меня уже было на тот момент уже был опыт студийной работы, у меня было несколько групп, в которых я играл. То есть были музыкальные связи и были очень хорошие, успешные направления, куда я бы мог пойти и развиваться. Вот, и, значит, я приходил, я видел, когда в церкви группа прославления, и там был один гитарист, и человек 5-6 стояло, славили Господа, но я так посмотрел и думаю, я бы хотел бы, ну, как-то помочь и быть полезен Богу. И на самом деле тогда была волна, вот где-то конец 80-х, начало 90-х, когда все
уезжали в Америку, то есть пытались уехать в Америку, и у меня внутри была тяга, думаю, так хочу в Америку. Вот, но внутри у меня, я не знаю как, интуитивно у меня было, что я нужен здесь, нужен в России, и как-то вот, я даже это неверующий еще был, то есть у меня вот было вот такое внутреннее позиция такая сформирована почему-то. Значит, и я когда видел группу прославления, я знал, что я умею играть на нескольких музыкальных инструментах, я бы хотел бы Богу, ну, как-то быть полезен в этом. И представляете, один раз шла проповедь, зал был большой, опять-таки там около 1000 человек, и проповедовал я уже не помню кто, то есть мы просто приходили с женой по воскресеньям, садились, слушали слово. И один раз идет проповедь, и где-то в середине проповеди проповедник останавливается и говорит такие слова. Здесь в зале есть молодой человек, ты музыкант, и ты думаешь, нужны Богу твои таланты или нет? И я говорю, да, нужны, Бог тебя призывает. Когда я это услышал, меня прям... Вау. Я первый думаю, это какая-то... Это розыгрыш, да? То есть такого быть не может. Я думаю, кто мог рассказать? А мы еще в церкви ни с кем не познакомились. И мы просто приходили, слушали, уходили. Буквально 3 месяца ходили в церковь. И я потом понимаю, что никто не мог рассказать. И жена меня толкает, ты говоришь, слышал? Это тебе, она поняла тоже, да? Да, и я потом пошел и подошел и сказал, можно к вам в группу прославления. То есть вот так случилось мое обращение к Богу. И определение уже, что да. В жизни, да. То есть это было такое, самые первые шаги. И, конечно же, когда я стал ходить в церковь, то есть там сказали, кто хочет принять Иисуса Христа в сердце, выходите вперед, мы с вами помолимся. Я вышел и как бы уже... Ну, как бы официально, что ли, то есть я прочитал молитву грешника и пригласил Иисуса в сердце. То есть это уже 20, там сколько, 7 лет, что ли, очень много уже прошло. За это время очень много интересного, то есть в разных сферах, конечно, можно говорить и говорить. Мы подошли к нашему второму сложному вопросу. Вы счастливо женаты, я уверена, все вот эти почти 20 лет и, наверное, больше уже, да? Расскажите, пожалуйста, о том... Вот сейчас, что вы думаете является основой вот счастливого и правильного выбора? У вас, наверное, дети есть. Расскажите о своей семье, чему вы учите своих детей, как правильно сделать выбор спутника жизни. Если вы работаете, может быть, прям, я знаю, есть пары, они проходят иногда дополнительное обучение или чувствуют, что нужно какой-то апгрейд сделать взаимоотношений. Вот, если у вас есть такие наработки, поделитесь с нашими зрителями вообще, есть ли секреты, такие лайфхаки счастливой семейной жизни. Секрет один – это любовь. И мне так повезло, то, что я встретил свою жену и, как говорится, с первого взгляда влюбился. Я никогда не мог подумать, что со мной это будет. Я был молодым человеком с такими волосами. То есть я занимался, увлекался рок-музыкой. Это было до покаяния. И когда меня положили от военкомата в больницу, я увидел молодую девушку. И она тоже, ее положили. И все, это у меня просто... Я не знаю, где-то что-то включилось. Я через там 5 или 6 дней мы в больнице подружились, стали общаться. У нас там вообще такая классная тусовка в больнице была. Там бабушки были. Мы там целым отделением общались. Нам так интересно было. И я уже где-то... Вот ты же не придумаешь, да? Да, это просто... Это было из ряда вон выходящая ситуация. Клуб по интересам. У нас там был КГБшник, было несколько бабушек, были ровесники, несколько человек. И вот эта компания разных возрастов. Мы собирались в коридоре больницы, мы просто общались, нам всем было интересно. Вот, и своей будущей жене я где-то на 5-6 день я сделал предложение, говорю, выходи за меня замуж. Она вот так вот. В общем, так вот мы встретились, так мы подружились, мы познакомились, и мы начали общаться. То есть мы где-то год с небольшим общались, а потом у нас была свадьба. Вот, Господь нам дал 2 детей, дал девочку, и потом, кстати, девочка была, как раз вот, когда я покаялся, и когда мы ходили в церковь, на одном собрании проповедовал, из Швеции был проповедник, и он сказал, поднимите руку, у кого из вас счастливый брак, и мы тоже подняли, и я почему-то заметил, что немного людей, к сожалению, руки подняли. И у кого из вас есть дети? И вдруг он как-то, я не помню точно, но он сказал, можете выйти, мы за вас помолимся. А я думаю, кому это он? А он, оказывается, нас. И мы вышли, и он говорит, мы благословляем вас на рождение мальчика.
и проходит где-то 4 года, у нас рождается мальчик. А вы специально не работали над этим? Или работали? Нет, ну то, что с нашей стороны требовалось, мы как бы делали. Ну вы как бы до того момента вы не ожидали, что у вас будет еще ребенок? Или хотели? Вы знаете, мы просто жили и ни о чем как бы не думали, потому что мы молодые люди были. Вот, и когда Господь дал детей, мы, естественно, ну, то есть мы сами верующие, мы ходим в церковь. И в нашей церкви, слава Богу, очень хорошее детское служение, которое занимает детей во время проповеди, пока родители слушают проповедь. И там библейские там всякие сценки ставят, то есть читают Библию, хорошо. Но дома, в кругу нашей семьи, мы также этим занимались. И такой момент был показательный, когда моей дочке было 6 лет, я ее брал с собой на молитву, то есть личная молитва, которой я, ну, как бы, уделяю время. И мы стали с ней на колени встали и начали молиться. И мы молились, я не помню, как было дело, но я смотрю, она плачет. Я говорю: «Катя, почему ты плачешь?» Она говорит: «Я не знаю, папа, я от радости плачу. Меня вот как-то вот...» И я понял, что Дух Святой коснулся. И она стояла, просто она плакала от радости. И Господь, Он сам касается детей, чтобы дети, они могли, ну, прочувствовать Его. Что Бог – это не просто религиозная сказка, старая или новая. То есть это реально. И потом дети уже сами, уже в зрелом возрасте, когда вот дочке было 13 лет, она сама захотела принять водное крещение, пошла, приняла. Сын тоже, когда вырос, я лично присутствовал в детском лагере, в молодежном, вернее, лагере, то есть он был уже, ему лет было 16, наверное, то есть он сам сказал: «Папа, я хочу креститься». И когда церковь в молодежном лагере проводила для подростков крещение, он крестился. В Финском заливе это было, было здорово. Вот теперь они уже сами большие, уже сами за себя отвечают. И мы продолжаем вместе, когда встречаемся, мы молимся вместе, мы что-то обсуждаем, какие-то, о чем-то мы размышляем. То есть, ну, вот так вот. Но пока вы еще не научаете своих детей о том, или они уже задают вам вопросы о спутниках жизни, как их найти, как вообще понять, это он и не он. Ну, здесь такой момент, что у каждого человека по этому поводу разное в голове твердыни есть. У кого-то хороший ориентир. Дети, как правило, они видят, в чем живут их родители, и они, то есть это, хотят они или нет, это на их жизнь влияет, потому что родители – это пример для детей. Вот, и, ну, мы с женой, мы понимаем, что они, конечно, знают, то есть мы, конечно, говорим, вот, но мы предпочитаем молиться, чтобы Бог сам привел правильных людей, чтобы мужа привел для дочери и жену для сына. И просим, чтобы Господь сам усмотрел, потому что как это в моей жизни было и как в жизни моей жены, это было, то есть мы молимся и ожидаем от Господа. И так как, ну, как бы я считаю, что фундамент заложен, и просто всему свое время. Ну, то есть я понимаю, так вот подытожив наш разговор, что секретом вашей семейной жизни все-таки является открытость, то, что вы знаете и то, что переживает ваша супруга, вы точно так же делитесь по отношению к ней, к детям, вы придерживаетесь единых принципов в семье, и для вас безусловная ценность – это молитва, это общение с церковью, с и участие в жизни церкви, которая достаточно динамичная, современная, где вы видите, что ваши нужды, как бы ваши запросы, они встречены, и больше того, да, где вы видите точку приложения своим силам. Я хотела бы услышать от вас, поскольку вы знаете и поделились историей со своей стороны, но вы знаете историю, почему супруга вам все-таки ответила «да», когда вы в нее влюбились, когда вы с ней встретились. Она сначала затруднилась сказать вам в тот же день и принять вам ваше предложение. Как она все-таки сделала этот выбор? Я был очень настойчив и искренен. Секрет. Да. И на самом деле я сам не понимал, но иногда надо бороться. Иногда, то есть я любил, я действительно влюбился. И я... как бы тоже жил, ну, как бы я ждал ответной реакции такой же. Не просто, что вот я ее уговорил, и прошло какое-то время, может, месяц, два, три, и что-то случилось у нее в сердце. И наша любовь, она обоюдная. То есть получилось. А в плане, вот я, кстати, забыл сказать, за все периоды нашей жизни, мы в браке уже,
в этом году 30 лет будет, то есть как мы в браке. И разные периоды были. Были абсолютно разные периоды. И последние, вот где-то 3 года, у нас был очень сложный период не в плане личных отношений, а в плане, как бы это, не хочется эту тему затрагивать. То есть это касается духовных вопросов, это касается церкви. Переосмысления, да? Вот? Нет. То есть это касается отношений между людьми в церкви. Значит, и мы попали в определенную ситуацию сложную. И я просто поверхностно буквально, я думаю, вам будет приятно услышать, меня пригласили где-то больше года назад на TBN в участие в прямом эфире. Мы вместе с Ирой Борисовой прославляли Господа, песню пели. И пока мы ждали своей очереди, мы сидели и общались. И стали рассуждать, почему определенного рода вещи происходят в церкви и между верующими. И это неправильно. То, что Библия говорит одно. И через Иру Господь в тот момент он дал слово знания, то есть пришел духовный дар, и она определенные вещи, она просто сказала. И вы знаете, я получил освобождение. То есть я ехал с тебе на обратно, я не знаю, то есть я узнал себя, как будто я 10 лет назад был. И это событие, оно меня перевернуло всю семью, наши отношения обновились, мы влюбились друг в друга заново. Потрясающе. То есть, и, понимаете, Дух рада. Святой, Он сам, мы все нужны друг другу. У каждого есть дар. Иногда бывает, Дух Святой дает слово знания, слово мудрости, и это для того, чтобы было благо. То есть для нас мы можем друг от друга принимать. И так уж получилось, что наша семейная жизнь, то есть она как бы вышла еще на следующий уровень, который наполнен любовью. То есть мы, не знаю, мы друг без друга уже нам сложно. То есть, представлять себя, да, я представляю. Ну, то есть, понимаете, я понимаю, если бы я не был бы человеком верующим, я жил бы так, как принято в этом мире. То есть все знают, как люди в этом мире живут, и там неизвестно, что бы так, как сложилось, кто бы там за кого вышел замуж, то есть я не знаю. То, что вера в Бога, это, естественно, это, во-первых, любовь, когда Бог сводит людей, то есть люди любят друг друга, вера в Бога. И, как говорил у нас кто-то, Ленин или Маркс, что семья – ячейка общества. Ну, да, какие-то то есть там, это действительно семья, это очень важно. Потому что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, да, чем просто одна. А у вас четверо? У нас четверо. И теща. И теща. Пятеро, чудесно. Это, кстати, замечательное отношение к теще. Ломаем стереотипы. Теща – чудесное, благословенное создание. Да. Спасибо. И третий вопрос, который хотелось вам задать, услышать на него ответ. В чем вы видите свое призвание, как вы его нашли, и как вы помогаете своим детям также найти призвание, и что бы вы хотели посоветовать, может быть, другим людям в плане определения того, кто они есть в этой жизни, точки приложения своих сил? Призвание вот, в моей жизни оно было двойное. И сейчас, как я верующий человек, и я знаю Писание, знаю Слово Божие. И первое призвание – это, конечно, Бог призывает всех людей покаяться в своих грехах, уверовать в Него. И Он призывает людей из тьмы в Его свет, чтобы люди пришли, они обратились к Богу. То есть это первое призвание, то есть оно для всех людей. В моей жизни это было лично, это прозвучало, то есть было призвание. И второе призвание было, и, кстати, вот послание к Римлянам, 8 глава, там апостол Павел пишет, что тех, кого предопределил, тех и призвал, а тех, кого призвал, тех и оправдал. То есть Бог, Он сам призывает. И я верю в то, что каждому человеку Бог несколько раз в жизни, ну, как бы стучится в его сердце и пытаясь человека, чтобы человек обратил внимание на Бога и чтобы завязал с ним свои отношения. Другое призвание у меня касалось конкретно моих талантов и моих способностей человеческих. И когда Бог призвал меня, там тоже, кстати, это два этапа было. Первое – это в начале, когда я покаялся и пришел в церковь, и через проповедника Бог сказал, что здесь в зале есть молодой человек, ты музыкант, ты думаешь, нужны ли Богу твои таланты? Да, нужны, Бог тебя призывает. Прошло много-много лет. Я все эти годы служил в группе прославления. 23 года отыграл там на бас-гитаре. Значит, параллельно у меня были разные музыкальные проекты. Мы занимались много профилактикой наркомании. То есть мне нравились песни, которые евангелизационные, которые и
заставляют задуматься как-то, да? Да, и которые очень прямолинейно говорят об Иисусе Христе. И мы также снимали видеоклипы, около, может быть, 20 сделали. Вот, и потом у меня как бы был второй этап призвания, когда Бог повел дальше. Призвание для каждого человека – это лично, и это во-первых. И человек, он должен не пропустить голос Бога. И то, что касается семьи и детей, то опять-таки мы можем с нашими детьми говорить о вере в Бога. Они ходят в церковь, они с детства знают Писание, они с детства знают, они прославляют Господа, крещены. Но призвание мы можем, я молюсь, вот как я делаю, то есть я молюсь за своего сына, за свою дочь. Я прошу, чтобы Божья воля в их жизни состоялась. И Бог, Он лучше меня знает, как подвести, потому что всему свое время. Сейчас молодежь, она должна получить образование, она учится. То есть если мы, когда были молодежью, у нас какое там образование, то есть у меня лично его особо не было. Вот, и когда мы покаялись, тогда это только начало 90-х было, и все развалилось, и у нас в нашей жизни было это служить Богу, а все остальное это ерунда. Ну, то есть, но для нас это было нормально тогда. Сейчас другое дело, и люди должны получать образование, молодежь должна учиться, но я за своих детей молюсь. Я прошу, чтобы Бог привел правильных супругов, и чтобы та воля, которую Бог имеет для моих детей, чтобы Бог сделал так, чтобы она была реализована, и все те дела, которые Бог запланировал для моих детей, чтобы они свершились. И также готовность слышать Дух Святой, то, что Он говорит. Вот. А на каком этапе сейчас дети находятся? Сколько им сейчас лет? Где они учатся? Дочь, она уже взрослая, ей 27 лет. Uh-huh. Она уже самостоятельный человек. Uh-huh. Вот. Мой сын, он сейчас учится, закончил колледж, пошел в институт Бонч-Бруевича и учится. Ему нужно где-то еще около 3 лет где-то закончить. Вообще сложный технический институт. На кого он учится? Да. Он МТС, мобильная телекоммуникационная система. Спасибо большое. Пожалуйста. И пожелайте вот нашим зрителям вот в плане призвания. Угу. Чувствуете ли вы себя состоявшимся, реализованным? Вы знаете, до конца я себя не чувствую состоявшимся. И большое желание в сердце, что пока я еще живу, хочется, ну не знаю, на 100%, если это возможно, сделать все то, что Бог хочет через меня. Потому что я другого не вижу смысла. А телезрителям хочется пожелать, чтобы они свое сердце, чтобы они, услышав призыв Божий, чтобы они не пропустили это, чтобы они откликнулись и отнеслись к этому серьезно. И еще хочу добавить, что это не страшно, потому что Божья воля, она благая, угодная, совершенна, и то, что Бог хочет, это хорошо, и это им понравится. Главное – не пропустить. Спасибо. Это действительно по сердцу. То, что говорит нам Бог, и мы желаем, чтобы эта программа действительно была плодотворной для вас. Спасибо большое. Пожалуйста.